Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале RusFFS. И сегодня мы посмотрим, как пропускаются права человека. Ну ладно, окей, это я уж так загнул. В общем, у нас сегодня нету света. Это гимназия номер 20, город Сарапул. В чем проблема? В общем, свет отключили, сказали, учимся сегодня, свет будет только через 2 часа. Сейчас время 9:32, свет отключили 1 час 10 минут назад. Возможно, вы скажете, вот, в наше время вообще света не было и даже отопления, а вы вот тут жалуетесь. Ну, во-первых, времена сейчас другие, видите, вообще света нету. Во-первых, времена сейчас другие, а во-вторых, мне плевать, я хочу учиться в нормальных условиях, что это за... Также столовая сегодня 100% работы не будет, а мы как бы должны питаться, как нам учиться-то? Алло. Вот, поэтому, я не знаю, рассылайте это видео. Оно, да, Дима Тодинчик, рассылайте это видео. И, ну, как бы, об этом нужно как-то огласить, придать огласке, потому что, ну, в таких условиях, извините меня, учиться нельзя. Возможно, вы думаете, что я сейчас хожу по коридору и по одному только, но как бы это в целях моей же безопасности. Вот вам общий план. Ну, вот как бы весело, да? Отлично. Вот у нас раздевалка. Сейчас поднимался по лестнице, чуть не упал. Нормально, да? Здесь тоже. Вот здесь более-менее, но как бы... Сейчас к столовке подойдем. Столовая. Вроде работает. В общем, столовая у нас сегодня романтика. Романтика в столовой. Да. Еда есть. Но учиться в таких условиях, есть в таких условиях, извините меня, странно. Также учителя у нас привилегированы. Немножко, вот. Ну, весело, конечно. Вот. Ой, сахарки. Ну, весело. Хочу напомнить, что если нет электричества, то нельзя подавать звонки. У нас какой-то придурок бегает и звонит по всей школе. Как дегенерат. Напоминаю, время 9:38. Вот этот больной. Ну стоять! Вот ладно, ребят, в общем, всем пока и до свидания. Весело у нас в России.